Это свершилось! Far Cry 4 на ваших глазах. Не буду многословен, давайте погрузимся в вступительную часть, а после отправимся в Гималаи. В чем дело? Задержать автобус. Да, а ты дебил. Ты все просрал. И я всегда точен в формулировках. Задержать. Расстрелять. Задержать. Расстрелять. Эти слова что? Похоже? Не по плану. Прости, не расслышал. Что? Не по плану, значит. Бесит, когда что-то идет не по плану. О! Тебе дали простое задание, а ты все испортил! А у меня теперь ботинки все в крови. Ладно, нет худа без добра. Дети остались живы. Вставай.
Эти глаза я узнаю из тысячи. Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. У нас делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А это кто? Твой дружочек? Он у тебя тихоня. Прекрасно. Мне так неудобно. Я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Если ты кормишь обезьяна, те кидаются дерьмом. Кстати, о, не подержишь? Так, буквально секунду. Я хочу сделать фото. Вот отличный кадр. Класс. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется. Нас ждут великие дела. Ведь я отложил все дела ради тебя. Мы с тобой оторвемся по полной! Should I stay or should I go? И передавай привет Эшли, когда поедешь домой. Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей, стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деплёр. Что? Давай, сними чертов мешок с его башки. Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Итак, еще дубль. Знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин. И эта обезьянка, как зовут, увы, не знаю. И, наконец, я, Пейган Мин. Ты и правда меня не помнишь? Твоя мать что, совсем никогда обо мне не говорила? Ну, исправим это. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так, вот это, с улыбкой. Это ты? Это я. А я порой сомневаюсь. А твоя мать? С другой стороны, понимала меня лучше всех. Знала меня, как никто другой. Воспоминания. Последний раз я видел Ишвари... Лет 10 назад. Сказала, что любит. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Мужчины крепки задним умом. Только когда уже поздно. И когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А потом я понял... Что я ни при чем. Нет. Все сраный золотой болт. Сучьи террористы разрушают все. Сиди. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично? Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это... А, проверить? А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. И это СМС. Кто уже зовет на помощь СМС-ками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну, зови. Помогите. Давай всерьез. Помогите. На помощь. А ты афрагмы. На помощь. Послушай. Не. Друзья за тобой не придут. А ну, допросите его. Террористы. Ну, так, прошу, подожди меня здесь. Рекомендую Рангун. Терпение, я скоро вернусь. Юма, поболтаем.
Ну что ж, ребятки, это круто, что это Far Cry 4. Я ждал эту игру очень долго. Я ждал ее фактически с того момента, как я еще не закончил проходить Far Cry 3. И вот, наконец-таки, я играю в эту замечательную игрушку. Что за херня? What the fuck? What the fuck, ребятки? Давайте посмотрим, что же нас здесь ждет. Мы видим улицу. Мы видим улицу в херовых текстурах. Почему? Потому что мой комп шлак. Да. И вот именно поэтому текстурки пришлось поставить на изи, но ничего страшного, как бы сюжетность от этого не теряется. Удерживайте, я обыскаю старая футболка. 11 тысяч чего? Тут какие-то другие денежки. То есть в Far Cry 3 были доллары, а здесь какие-то кератские рубли или что-то подобное. В последнее время в окрестностях Банапура наблюдается рост активности Золотого Пути. В ответ на захват партии оружия и припасов, предположительно предназначенных для Золотого Пути, мы усилили контингент на всех южных погранзаставах. Всем конвоям и патрулям приказано находиться в состоянии повышенной готовности к действиям террористов. Сержант Мишева. Окей, интересные ништячки тут иногда появляться будут, судя по всему. Так, хорошо. Опа, денежки, я могу уже денежки взять. Крутяк, 1600 кератских боксей. Я так и буду называть, потому что я не знаю, как они просто называются. Ладушки, давайте спустимся вниз. До нас дошли сведения о неведанной недавней попытке саботировать вмещание... Да прольется свет Пейганмина на всех вас. Йоу. Этот диалог можно слушать вечно, но нам, судя по всему, нужно продолжать идти. Ой, глаз зачесался. А! Аджай Гейл. Я. Я Сабал. А кто ты? Золотого пути. Круто. Золотой путь? Золотой путь. Мы друзья. Я знал твоего отца. Мы спасем тебя, сын Махана. А как же Дарпа? Для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда любой ценой. Я пока не уверен, что мы договорились. Дарпан бы понял. Теперь пойдем. Ну, подожди, ты чё, своего братишку, что ли, кидаешь? Так нельзя, брат за брата, так за основу взят. Ты чё, парень? What the hell? Начинается хардкор, ребята. Туда, быстро! Туда, куда? Куда быстро? Куда? Хардкор! Аджай, как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. И как можно быстрее. Понял? Ок, ок. Ноль вопросов. Сто внимания. В грузовик. Ну? Чё, как медленно, я хочу бежать в грузовик! О, графон, даже на изи графике он крутой. Ой, меня кто-то убивает. Меня кто-то пытается убить. Давай быстрей! Меня кто-то стреляет! Все, бегу. Я не могу бежать. Могу бежать быстрее, могу. Я побежал. Куда? Как? Войти. Все, валим. Хорошо, прикрывай. Ой, слоны, ёпарасоте! Вот это хардкор, мазафака. Крутота. А как мне? Люблю крошить засранцев на куски. Кто? Какое право? Где право? Ух ты. Держусь. Вот тена, вот это поворот. Игра, конечно, уже с самого начала показал нам, что она будет реально интересная. Тут не такая крутая развязка сюжета идет, как, например, Far Cry 3. Аджай, слышишь меня? Слышу! Прием! Аджай Гейл, слышишь, нет? Да слышу! Ой, братишку придавило. Ну ничего страшного. Прием. Слава Кири, это Сабал. Где ты? Я? Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Идти к вышке. Понял. Большой плюс Far Cry 4 в том, что главный герой умеет разговаривать. Это не Гордон Фримен из Mighty Will Half-Life 2, который мямлил постоянно и не мог ничего произнести. Так, здесь такой же стелс-экшен, как и в Far Cry 3. Хорошо, я все понял. Сейчас будем резать засранцев.
Ух ты, незаметность основы. Индикатор обнаружения показывает, насколько враги могут вас заметить. Если шкала полностью заполнена и мигает, значит вас заметили. Нажмите Т, чтобы бросить камень и отвлечь врагов. Нажмите С, чтобы присесть, так вас будет труднее заметить. Обратите внимание на значок в правом нижнем углу экрана. В каком правом? А, это типа индикатор встал-сел? О да! О да, ребята! Это просто шикардос! Просто шикарно, мать его! Я просто обожаю систему стелс-убийства в Far Cry. Где тут эти застеры? Меня кто-то палит! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ух ты! Слушайте, у меня тут вообще ништячковская ситуация, потому что несколько человек на моем пути, мне придется сейчас позабавиться. Твою мать, конечно, стрельбу они очень сильно пофиксили по сравнению с Far Cry 3. Взобраться, давайте заберемся. И что мне это дало? Ай, я на клетке, ёпта! О! Крутяк. Здесь также есть фотоаппарат, которым можно чекать врагов. Блин, не знаю, по-моему, стрельба какая-то тугая здесь стала. Сука, патрон закончились прямо на последнем засранце, а? Придется сейчас вручную гандонить этого ублюдка. А нет, подобрал. О, выстрел в голову 25 экспы! Кстати, здесь также есть ветки скиллов, и мы сейчас их посмотрим. Сейчас я вылезу. На суши! На суши! Это все тоже не то. В общем, ребят, я не знаю, может быть, I, O, P, B, V. Ух ты! Я какую-то хрень открыл. М. Ух ты! Карта! Которая вся закрыта к херам. Зато вы посмотрите, какая она просто огроменская, просто огроменская. Концентрационный лагерь Раджаг. Раджгад. Глаза читался. Кстати, ребятки, здесь абсолютно вся сюжетная линия может проходиться в кооперативе. Короче, понятно, значит, у нас по 4 ветки с каждой стороны. 605 метров, боже мой, слушайте, это слишком долго. Надо бы ускорить процесс. Окей, ускоряемся, твою ж дивизию. Слон, олень, лось, ух ты, снять шкуру. Да, детка, я режу зверюшек. Я любил это делать в Far Cry 3 и приманка. Чтобы сделать приманку, освежуйте любое животное, удерживайте Е. Откройте селектор оружия, удерживайте 1, 2, 3, 4, Q. И выберите приманку, нажав на колесико мышки. Бросайте приманку с помощью колесико мышки, чтобы приманить хищников в эту область. Только для чего? Для чего мне приманить хищников? Наверное, для того, чтобы они либо сожрали тех, кто находится рядом, то есть враги там, повстанцы какие-то, либо для того, чтобы мне, конечно же, самих. Ух ты, блин, птицы, они слишком как-то резко взлетают, я прям дикачкую. Удерживайте, чтобы обыскать. Давайте. Ой. Лол. Я могу пинаться! Я люблю игры, в которых можно пинать. Просто башку бы еще раздавить ему так, чтобы мозги вытекли. Вот было бы вообще классно. Было бы просто the best game in the world. Пакетик. Я нашел пакетик, чтобы поливать, наверное, туда, когда меня укачивает. Кстати, тут пропланы есть, да. И вот если тебя укачает на проплане, то можно поливануть в пакетик. Ну, все же логично, по-моему, да? Ух ты, снайперская винтовка, патроны. А где сама снайперская винтовка? Какой хрен, патрон есть, снайперской винтовки нету. Что за замануха, ребята? Так, ребятки, судя по всему, сейчас предстоит первое хардкорное задание. Опа! Отвлекусики! Так, это я. Эй, Джей Гейл, тебя убивает! Дабл килл, мазафака! Меня еще никто... Ух ты! Какой красавец-то! Это ж если я его выпущу, он тут всех порежет на куски. Меня это заводит. Меня это очень заводит. Я хочу это сделать. Я так и сделаю. Ай, меня палят, меня палят! Слушайте, давайте я, короче, свалю. О, да. Все, все, хардкор, хардкор. Надо валить. Опа, заначка, заначка. А что она не подбирается? Какого хрена, так неинтересно. Так, все, патроны взял. Нужно валить. Ух ты. Воу, 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 воу. Воу. Мне повезло, мне повезло. Мне повезло больше, чем им, потому что я охотник. А они... Они трупы, да. Обыскать. Старые деньги. Мне нужны новые деньги. I need the new money. Dirty cash. Hustle money. Ага, мальчик мой, это Зарец. Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь. О вкусах не спорят. Но тебя должно быть порадовать, что мы казнили повара за пропнепригодность и убили всю его семью. Поверь, в следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не люблю посещать звезд странных кулинарных телешоу. Я что-то запамятовал, у кого я взял мобилу, по которой я сейчас, собственно... Кто тут мычал только что? Я не понял. Тут козлы есть? Ух ты, в натуре. А ну здесь, в принципе, фауна, как и Far Cry 3, кстати. Графон здесь вообще шикарный. Но вот эти Гималаи, это просто шик. Это просто шикарно, ребята. Ох, прям почти кинематографическое качество. Ну, в смысле, не качество, а атмосферность, что ли, кинематографическая. Крутота! Да что, у меня глаза чешутся, ёпрсты. Ой-ой-ой-ка!
Сука, как же они меня напугали-то, а? Зарежь ему, ублюдков! Иди сюда, я выпотрошу из тебя все, что можно! Сука, я тебя догоню. Я ведь догоню вас, ублюдки! Я так просто не сдамся. Че, кругаля решил дать? А, я догнал тебя, я сказал, что догоню, я догнал! Умри! Режься! Че ты не режешься, наконец-то? Ну че, остался последний? Так, где он? А, я нашел! Ну, сука, с тобой я поступлю круче, чем со всеми. Прям в пердак! Очередная контрольная точка. Я фактически добрался до этой башни. Так, что у нас здесь? Мне интересно, что дают, вот не дают, а что значит вот эти статуэтки? Вот эти памятники! Не просто ж так они тут. Чуть не упал, ёпрсты. Вот это было внезапно. Оп! Мое сердце чуть не остановилось. Оп! Пробежал. Пенек! На пенек сел! Косарь должен. Я должен кому-то косарь. Ребят, явно не вам, но кому-то. Айджай? Гейл? Сюда? Сейчас иду, подожди. Мне интересно, что здесь находится. Вдруг я что-то интересное упустил. Я вижу какой-то камушек. Он, кстати, похож на камень из Far Cry 3, где были испытания ракьят, по-моему. Так называется эта хреновина. Второй раз чуть не свалился. Так, надо, короче, валить отсюда к херам, иначе я сольюсь быстрее, чем дойду до точки назначения. А, воу. Слушайте, я прям альпинист, ёпрсты. Такие... Сейчас прыгну, смотрите. Смотрите, да почему он не прыгает-то, ёпта? А, потому что тут остался, да, ну, да, все просто и понятно. Приветствовать тебя, сын Махана. Привет, засранка. Сам сюда добрался. Сабал ждет тебя у башни. Сабал ждет меня у башни? А ты что тут будешь спиртягу распивать без меня, да? Не выйдет, скотина, ничего у тебя не выйдет, бичара. Нахрена я это делаю? Я за здоровый образ жизни, дурочка. Наверное, зря я это сделал, да? Ну ладно, зато буду знать. Не, ну второй раз я так точно не лоханусь. Случайно! Вот я как бы не хотел нажимать на мышку, но пришлось. В смысле, случайно пришлось. Ладно, не будем с тобой церемониться, красотка. Я сразу побегу к Сабалу, или как там зовут этого засранца, который меня ждет. Мне осталось 80 метров. Здесь все в... Как бы это назвать-то не гирлянды, а, ну, как бы фанфары, что ли? Ну, короче, меня ждут. Да, везде, где, короче, ждут. Да, вот. И привет, с вами Серч, и мы играем в Far Cry 4. Будда! Нет, это Сабал. Я перепутал. Перепутал Будду с Сабалом. Ну, с кем не бывает. Смотрите-ка, здесь какая-то хреновина. Ну, таких хреновин я видел здесь очень часто. Все-таки это похоже на русскую печку. Ладушки, пойдемте, короче, в эту, как ее там, типа, ну, как бы... А башню, вот, да, вспомню. Привет. Пупсик, что это за наркота? Ты чё, куришь? Сука, они курят! Ну, я должен был это сделать! Зош. Опаньки. Молодец, сын Махана. Почему вы мне помогаете? Ты сын Махана Гейла. Может, ты и не знаешь, но в Керате его почитают многие. Особенно в Золотом Пути. Неужели эти парни ищут меня? Бейган Мин хочет вернуть тебя любой ценой. Проклятие. Люди Пейгана выследили нас. Появится в любой момент. Короче, понятно. Золотой путь — это та же самая штука, что и ракьят. Как бы... Ой, я что-то слышу. Боже мой, там что, слоны? Нет, тут не слоны. Война! Война начинается! Перестрелки! Хардкор! Умирают люди! Помогайте! Я пошел наверх. Патроны! Давай. Давай. О! Нет, не о. Ну, как бы... А, он уже умер, ну ладно. Смотрите, снегоходы! Ух ты! Воу. У меня же есть гранаты! Мать! Нету, гранат нету. Это мясо, это не граната! Сука, идиоты. Ладно, давайте будем кидаться мясом. Где враги? Я хочу кинуть мясо. Это... А, это хищники, ёпта. Какая лавина? Я хочу посмотреть на лавину! Где лавина? Это был не я. Где? Воу. Вот это крутяк, ребята! Просто экшен! Просто экшен! Да. Мне понравилось. Просыпашки. Меня кто-то откапывает. Строим снеговика, ёпта. Фокус. Сфокусируйся. Я хочу видеть нормально. Меня кто-то откопал. А ты крепкий орешек. Все нормально, да? Сейчас такой... Нет, чувак, тебе отрубил ноги.
Ух ты! Я выполнял миссию, красавец! Давайте посмотрим кинцо. Нашли меня. Увидели вертолет Пейгана. Решили выяснить, что он делает здесь, на юге. Везунчик. Мы были тут, когда пришло СМС от Дарпана. Что ж, пришли. Это Бонапур. Штаб Золотого Пути. Not bad. Макак на крыше. Кто это? Где Дарпан? Ему не повезло. Это Аджай Гейл. Сын Махана. Я правильно поняла? Дарпан мертв, да? А ты притащил его. Слушайте, я тут вообще не при делах, ясно? Я искал Лакшману. У нас тут война, мать ее. Мать ее! Это тетка, девка, девушка. Подружится с Аджай Гейлом. Ну, я так считаю. Я считаю. Прости, брат. Амиту легко разозлить. Я поговорю с ней. А Лакшмана... Может быть, это храм или монастырь. Но тогда надо искать на севере. На севере вражеские земли. Сейчас тебе туда не попасть. Ну да. Позже. Пройди пол игры и доберешься до этого Лапшана. Будешь готов, приходи. Или как там? Лапшарма. Я забыл, Лакшмана, во, Лапшарма. Сука. Да. Ну давай, что-нибудь делай уже. Бонапур. 7148,6 футов, либо 2178 метров над уровнем моря. Увидев на экране ключик, нажмите M, чтобы открыть меню изготовления и создать необходимые модификации. Давайте... Ух ты, у меня прогрузилась карта Бонапура. Вот это ж крутяк. Куда-то она обратно прогрузилась. Ладушки, ребятки, давайте тормознем на этом месте. Игрушка мне определенно понравилась, я обязательно пройду. Это прям инфа-сотка. И, ребятки, палец вверх за Far Cry 4. Я думаю, что многие из вас тоже ее долго ждали. Так же, как, в принципе, и я. Не, ну вы посмотрите, какие здесь прекрасные просто пейзажи. Просто крутяк. Ну так вот. Продолжим в следующий раз. Палец вверх, комменты вниз, ребятки. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. До скорой встречи.